Хорошо, продолжайте спрашивать. Кто нарисовал знак на лбу Лин? Неправильный вопрос. Было ли это до или после бегства? Было после. Верно. Продолжайте задавать вопрос. Хорошо. А что насчет одежды? Они не соответствуют телам. Только 5 пар штанов. 3 ботинка пропали. Хорошо. Может, они не были одеты, когда выбежали? Вопрос в чем? Почему они были не полностью одеты? Нет, задайте вопрос еще раз. Насколько испуганы, чтобы бежать по льду без ботинок? Конец. Почему одежда сложена так? Так. Возможно, убийца сложил их. Как сложить их? Он издевался? Он заставил его сложить их. Это не имеет смысла. О, это имеет смысл. Не вижу. Не задаю правильные вопросы. Я сказал, что это плохое дело. Да, вы это сказали. Потом вы превратили это в ваше плохое дело. Даже не буду спрашивать, почему.